Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Виктор Кипкаев, и я педагог ударных инструментов Ассоциации репетиторов. Обучаю всех желающих, кому хочется научиться играть на ударной установке, независимо от возраста, от самых маленьких до самых больших и взрослых. Абсолютно с каждым учеником мы найдем свой общий язык общения, воплотим его мечту играть на барабанах. Сразу могу заверить, что уже на первом занятии вы сможете сыграть свой первый в жизни ритмический рисунок на ударной установке. Уроки я провожу как онлайн, так и очно. Если мы говорим о самых маленьких детях, примерно 5-6-7 лет, то, конечно, для них в первую очередь это будут игровые уроки под музыку для развития чувства ритма и слуха. Для более взрослых детей уже программа чуть сложнее. Тоже игровые уроки или игра определенных песен с изучением нотной грамоты. Ну а для самых взрослых уже, конечно, более профессиональная программа. Мы обязательно должны научиться читать и писать ноты. Без них мы не сможем сыграть свои любимые песни и яркие виртуозные барабанные соло или новый ритмический рисунок. Но это еще не все. Помимо того, что мы будем играть свои любимые песни на барабанах, мы сможем их еще и спеть. Да-да, вы не ослышались, если будет желание, конечно. Мы будем еще стараться петь свои любимые песни. Ведь поющий барабанщик – это еще круче, чем просто барабанщик, правильно? Но и это еще не все. Если у вас в семье или кто-то из друзей умеет играть на каких-либо музыкальных инструментах, то под моим чутким руководством можно будет организовать небольшой семейный ансамбль из двух или более человек, где вы будете играть на барабанах, а возможно и петь, играя на барабанах, песни любимых исполнителей или композиции собственного сочинения. Помимо того, что у нас будет обучение с нуля до виртуозной игры, изучение нотной грамоты, мы научимся играть с метронома и минусовками, узнаем про множество стилей, и мы еще обязательно будем учиться о том, как правильно выглядеть и вести себя на сцене. Мы научимся крутить и жонглировать палочками, опрятно выглядеть и быть настоящими артистами. Вот про все это и не только мы сможем поговорить с вами на моих уроках. До скорой встречи!